8 мая площадь перед драмтеатром заполнилась велосипедистами всех возрастов. Здесь состоялся второй тур областных соревнований по велоспорту на шоссе, гонка «Критериум», посвященная памяти заслуженного тренера РСФСР Леонида Живодерова. Именно этот человек подготовил тех чемпионов, которые сегодня продолжают работать в велосипедном спорте по всему миру. И мы благодарны Леониду Ивановичу, потому что многие из нас прошли его школу. Я хочу, чтобы вы сегодня на этом старте показали свои лучшие результаты. Порадуйте своих тренеров. Первыми стартовали участники 2007-2009 годов рождения. Практически сразу впереди всех оказались два велосипедиста. Елизавета Воронченко и Глеб Кулагин лидировали на первом круге и вместе финишировали. В итоге Елизавета победила среди девушек, Глеб – среди юношей. Я выступила нормально и была удивлена, что я вырвалась вперед и проехала первую. Было довольно легко, мы с Лизой оторвались и ехали одни, отдыхали. Заезды также прошли среди спортсменов среднего и старшего возрастов. В каждой категории своя дистанция. Задача велосипедиста-шоссейника – заработать наибольшее количество очков на промежуточных финишах. Трасса, расположенная в исторической части города, интересна не только прилегающими достопримечательностями. Затяжной подъем перед финишной прямой привлекает велосипедистов на эти соревнования. Достаточно тяжела была трасса. Ветера, к счастью, не было, но все равно было трудно, тяжеловато было проходить горку. В целом все было хорошо. С учетом того, что у нас нету гор и рельефы этой трассы, он становится в условиях критерия очень интересно, потому что ну, за 10-12 кругов, которые ехать нужно, там 10-12 подъемов надаряться, к 10-му кругу ноги наливаются, я вам скажу, таким хорошим свинцом. Поэтому великолепная трасса, и как раз перед финишем подъемчик, и все разборки начинаются в конце подъема. В результате зрелищных и динамичных соревнований 11 спортсменов получили награды победителей гонки «Критериума». Ими стали Глеб Кулагин, Елизавета Воронченко, Анна Каретникова, Алексей Козубенко, Александр Роднов, Диана Ильина, Дмитрий Мурашко, Мария Иванцова, Олег Жбанков, Валерий Кузьмин и Юрий Володин.